Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Еженедельное плановое совещание в администрации. Десногорские журналисты приняли участие в концерновском фестивале. О жизни за высоким забором. Белорусская атомная электростанция – экологически чистая энергия для экологически чистой экономики. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник в администрации Десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города. Вел его заместитель главы Александр Новиков. Какие вопросы обсудили, вы узнаете далее. Проводил совещание исполняющий обязанности главы администрации Александр Новиков. Он доложил о важнейших событиях прошлой недели. Передано безвозмездно муниципальному образованию от АО «Атомтехэнерго». Ключи получили работники бюджетной сферы. И сейчас дальше проводится работа по предоставлению квартир для тех, кто стоит у нас на очереди. Заместитель председателя горсовета Сергей Гайдайчук сообщил коллегам о смерти депутата Анатолия Ефимова и предложил почтить его память минутой молчания. Также он доложил, что до выборов городской совет не будет. Коммунальные службы подключили город к теплу. Следующая неделя, которая ушла у нас на запуск системы отопления в городе, значит, отработана эффективно. Количество заявок по отоплению сегодня снизилось до 6, с 600 на прошлой неделе, но период запуска системы отопления – это достаточно традиционное действие. Сегодня заявок по отоплению практически нет, что говорит о том, что система работает устойчиво. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике рассказала о предстоящих городских мероприятиях. 12 октября в 16 часов состоится день призывника. Социально-патриотическая акция в рамках открытия выставки «Жить с вами рядом – большая честь». И тогда же состоится мероприятие в рамках военно-патриотического проекта «Связь поколений». Мероприятие состоится в выставочном зале Десногорского краеведческого музея. Повторяю, 12 октября в 16:00. С 12 по 14 октября команда отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы города Десногорска участвует в 4-м открытом областном турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Внучкова. Это будет проходить в городе Гомель Республики Беларусь. 14 октября в 12 часов на летней эстраде будет проходить концерт народных коллективов «День народной песни». Ожидаем гостей. Коллективы из Смоленской области. Инфекционные заболевания на прошлой неделе в городе не регистрировались. Безработица в Десногорске составляет 0,6%. В Госдуму хотят внести законопроект о ветеринарной безопасности, как заявил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Нижней палаты парламента Владимир Панов, что необходимо ввести плату за содержание домашних питомцев. Учет и регистрация будет осуществляться при помощи электронного чипа. Предполагается, что такие меры не позволят владельцам кошек и собак относиться к своим подопечным плохо, например, выгонять их на улицу, издеваться над ними и не кормить. В Смоленске во второй раз прошел Всероссийский фестиваль «Наука 0+». В нем приняли участие более 200 преподавателей и молодых ученых. За неделю молодежь побывала на экскурсиях, выставках, лекциях, приняла участие в компьютерных и интеллектуальных играх и узнала много нового на мастер-классах. Организаторы отмечают, что участие в подобных форумах должно сподвигнуть молодых людей к исследовательскому поиску. Уже третий год в городах расположения атомных станций проходит конкурс журналистских работ, посвященных атомной тематике. «Энергичные люди» – проекта концерна «Росэнергоатом». Совершился конкурс дивизиональным этапом. В сентябре гостеприимная ростовская земля встречала журналистов в Волгодонске. На фестиваль приехали победители регионального этапа конкурса. О том, как наши коллеги провели три дня на ростовской атомной электростанции – наш следующий сюжет. В
этом году фестиваль проходил с 13 по 15 сентября на Ростовской атомной электростанции. Он получился самым масштабным, так как собрал на ростовской земле более 100 журналистов из 18 регионов России. В детской театральной школе гостей встречали хозяева площадки фестиваля – ростовские атомщики. Организаторы от концерна «Росэнергоатом», директор департамента информации и общественных связей Андрей Тимонов и его заместитель, основатель и идейный вдохновитель проекта «Энергичные люди» Ольга Бредникова. Поскольку мы с вами являемся фактически трансляторами информации для людей через средства массовой информации, то мы сами должны понимать, что можно говорить. Вопрос не в том, говорить правду или не говорить правду. Правду надо говорить всегда. Вопрос в том, какими словами, в каких формулировках, с какой интонацией вы людям доносите информацию. Специальным гостем фестиваля был Михаил Козырев, журналист, актер, продюсер, один из основателей радиостудии «Максимум» и «Наше радио». В своем выступлении он поделился историей своего успеха, взглядом на современную журналистику и провел мастер-класс ток-шоу с директором ростовской станции Андреем Сальниковым. Программа фестиваля включала в себя лекции со специалистами в области радиационной безопасности, экстремальной психологии, а также сугубо журналистских вопросов, как в области дизайна газет, работа с текстом и организация бизнес-коммуникаций. Итогом лекции было проведение противоаварийной тренировки на тренажере-симуляторе, на котором группы журналистов, получив определенную роль, в реальном времени стали участниками развития в средствах массовой информации чрезвычайной ситуации на атомной станции. Тренировка дала возможность понять, как в жизни протекают такие события и находят отображения в различных источниках информации. Это был замечательный опыт для всех журналистов. На церемонии закрытия фестиваля «Энергичные люди» организаторы конкурса вручили награды победителям регионального этапа. От средств массовой информации Десногорска награды получили главный редактор телекомпании «Десна ТВ» Евгения Коваль за победу в номинации «Среда обитания» и корреспондент Татьяна Ионкина за первое место в номинации «Ликбез про АЭС». Особенно приятно поздравить коллег управления Центра информации Смоленской атомной электростанции за победу в конкурсе коммуникационных проектов концерна «Росэнергоатом». Фестиваль завершился, и журналисты готовятся к участию в конкурсе «Энергичные люди 2018». В Починковском районе завершилась вахта памяти. За время работ были подняты останки 31 красноармейца. Их перезахоронили со всеми почестями. Останки двоих были переданы для захоронения на родину в Иркутской Бурятию. Из Ульяновской области на Смоленщину приехала целая семья, чтобы захоронить найденного здесь красноармейца Петра Кулагина. Дети и внуки отдали дань памяти своему предку, который 75 лет числился пропавшим без вести. Когда мы слышим слово «тюрьма», сразу возникают ассоциации – мрачные застенки, узкие окна, железные двери и высокий забор с колючей проволокой. Раньше попасть в учреждение исполнения наказания журналисту было сложно. Сейчас пресс-служба ведомства организует специальные пресс-туры. Такое мероприятие было организовано в колонию поселения номер 5 Смоленской области. В нем приняли участие и наши коллеги. Жители Десногорска привыкли к тому, что рядом с городом находится исправительное учреждение, в котором отбывают наказания люди, совершившие преступления. Но мало кто задумывается о том, что скрывают за собой стены колонии поселения номер 5. В 1982 году это первых осужденных сюда прибыли. Она была, когда постановлением правительства, это именно для строительства атомной электростанции. Хотя уже стройка шла, в 82 году уже был первый блок запущен, физпуск в декабре прошел, но она, колония образовалась чуть позже. Это, наверное, сказывалось тем, что была нехватка рабочих рук. Отбывали наказание все время здесь, и в самом начале это лица, которые совершили преступление по неосторожности. Вот лимит колонии был 1200 человек. 1200 человек, все осужденные, буквально все работали. Все работали на строительстве атомной электростанции. Работали в три смены. В три смены как бы никаких проблем ни с трудоустройством, ни с чем не было. Со временем осужденных стало меньше, да и условия содержания сейчас приближены к требованиям европейских стандартов. Конечно, колония не перестала быть исправительным учреждением. По-прежнему здесь содержатся люди, преступившие закон и отбывающие за это наказание. Торговля, потребление, хранение,
Осужденные находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. В последние годы, согласно реформ и курса на гуманизацию, она стала более щадящей. Положительные изменения видны невооруженным глазом. На помощь сотрудникам исполнительной системы пришли современные технические разработки. Сейчас проверка присутствия осужденного на территории колонии осуществляется путем считывания биометрических данных. Да и условия проживания для контингента похожи на пионерский лагерь. Красивые уютные комнаты со свежим ремонтом. Есть кухня, где можно приготовить себе любимое блюдо. Современные стиральные машины и специальные гладильные комнаты. В общем, есть все, что необходимо для нормальной жизни человека. А для любителей активного образа жизни оборудован спортивный зал. Есть клуб и библиотека с разножанровой литературой. Система исполнения наказаний стала открытой к диалогу с обществом. Более подконтрольной для правозащитных организаций и уважающей конституционные права осужденных. Одним из таких прав является свобода вероисповедания. Обратиться к Богу с молитвами в колонии поселения номер 5 можно в недавно построенном храме в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Это храм специализированного учреждения, куда ограничен доступ, соответственно, и храм построен, и, в принципе, для контингента учреждения, также для сотрудников учреждения, которые будут его посещать. Хотя нас с вами сегодня совершенно спокойно сюда пустили, поэтому у кого-то, если какая-то острой необходимости, потребность возникнет, я думаю, наверное, по согласованию с руководством учреждения, нет ничего невозможного. После того, как завершилось строительство Смоленской атомной электростанции, перед администрацией колонии поселения встал вопрос, куда трудоустроить осужденных. Новые рабочие места создавались прямо в самой колонии. Отстроили теплицы и хоздвор, которые обеспечивают осужденных домашними продуктами круглогодично. Также они реализуются в другие исправительные учреждения региона. В этом году администрации учреждения было закуплено современное оборудование по производству комбикормов для домашнего животноводства, что позволило увеличить численность рабочих мест. Сыграли запрос котировок, закупили оборудование, зерно. В настоящее время заключены договора с другими колониями области на поставку комбикорма. Также население уже продавало все этот комбикорм наш. Осужденные работают на производстве и объектах в городе. Это позволяет им выплачивать материальный ущерб, причиненный их преступлением, что является одним из критериев исправления человека, его желание пересмотреть свою жизнь и раскаяться в содеянном. Вот так выглядит изнутри современная тюрьма. Осталось только страшное название, а облик совершенно другой. На Смоленщине трудоустроено больше 5,5 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В целях социализации инвалидов служба занятости населения региона проводит специальные ярмарки вакансий, организовывает временное трудоустройство и профессиональное обучение. В этом году в службу обратились более 750 граждан с ограниченными физическими возможностями, 128 из которых удалось трудоустроить. 10 октября водоем-охладитель Смоленской атомной электростанции выпустили 2280 килограмм молоди белого амура в рамках реализации первого этапа ежегодного зарыбления. В конце октября планируют выпустить еще 3640 килограмм молоди растительноядной рыбы. Всего в этом году на зарыбление Смоленская АЭС потратила более 1 миллиона рублей. В Беларуси посчитали, что после ввода в эксплуатацию Островецкой атомной электростанции и перевода энергетики страны с углеводородной на атомную энергию количество выбросов в атмосферу вредных веществ сократится на 10 миллионов тонн. В частоте же ядерной энергии наши соседи уверены на 100%. Ржаные и пшеничные, кукурузные и свекольные поля подступают вплотную и к строительной площадке Белорусской АЭС. И это вовсе не временные посадки. После ввода атомной станции в эксплуатацию здесь продолжат выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Во-первых, потому что экспорт зерна и овощей ежегодно приносит в казну страны 5 миллиардов долларов. А во-вторых, эксперты МАГАТЭ уже неоднократно проверили и убедились, что энергоблоки поколения 3+, разработанные специалистами госкорпорации «Росатом», абсолютно безопасны. Сегодня на Белорусской АЭС полным ходом идет самый сложный этап строительства – тепломонтажные и электромонтажные работы в уже возведенных машинном зале и реакторном отделении первого энергоблока. Соблюдение сроков обеспечивается круглосуточной работой 8 тысяч специалистов из 36 подрядных организаций России и Белоруссии. И именно сейчас еще можно увидеть, что же представляет из себя броневая капсула самого надежного в мире реакторного блока. Она состоит из двух основных элементов. Это внутренняя защитная оболочка и наружная. Причем внутренняя изнутри еще и металлическая.
и будет обеспечена 100% надежность как от внешнего воздействия, так и от возможного воздействия изнутри оболочки. Первый энергоблок «Белорусская АЭС» должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Еще через год заработает второй. От введения новых мощностей ожидается мощный экологический эффект. Прогнозируется и подъем экономики в регионе. Атомная энергетика – это совершенно новый уровень развития страны, требующих высоких интеллектуальных кадров, технологий. На нее будет завязано очень много промышленности. Развитие экономики и забота об экологии мотивируют и другие страны, в которых «Росатом» уже строит или только планирует возведение атомных станций. На сегодняшний день российский «Мирный Атом» доминирует в мире, предлагая надежные технологические решения, опробованные на собственном опыте и гарантирующие абсолютную безопасность атомной энергии. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.